Всем привет! Поздравляю вас с окончанием 4-го каталога и началом 5-го каталога. Начинается каталог у нас с новостей. То, что мы делаем заказы, но получим их чуть позже. Но заказ делаем все равно, потому что кто-то выполнил акцию, кому-то нужно, чтобы зарезервировать продукцию, как мне, например. Поэтому я делаю вот такое телодвижение. Зашла в личный кабинет, открываю корзину, и я сюда добавила себе кое-какие продукты. Сейчас посмотрю, что у меня уже есть. Я добавила wellness pack для женщин. И я хочу, чтобы он у меня был по подписке для себя. Нажимаю «Добавить». Видели, да? Я на круговую стрелочку добавила. Сейчас я удалю ненужные продукты. Я удаляю каталоги, потому что сейчас я с каталогами очень мало хожу. Оставляю один подарочный. Wellness гид удаляю. И Novage удаляю, так как у меня есть эти каталоги. Так, и того у меня в корзине три продукта. Wellness один женский идет, третий шаг, мужской второй шаг и еще один женский первый шаг. То есть у меня сейчас будет две подписки женские и мужской wellness. Переходим в предложение. Так, здесь мне предлагают выбрать любой продукт со скидкой 50%. И я, так как я участник премьер-клуба, я выберу себе, естественно, крем для глаз «Экологен». Потому что этот крем, конечно, он просто бомбический. Не знаю, какой код. Буду пробовать. 979. Надеюсь, это он. Да, угадала. И он выходит всего за 588 рублей. Меня это очень радует. Далее, мне нужен шарфик. Шарфик добавляю. И нажимаю «Добавить». Так, и еще одно предложение чуть ниже. Я делала по 75 баллов, поэтому могу выбрать любой продукт из этого предложения. Я выбираю плед с помпонами всего за 343 рубля. И чуть ниже нажимаю «Добавить». Проверяю корзину. Сейчас, минуточку. Проверяю корзину. Итак, у меня сюда встал крем для глаз, пакет. А здесь у меня шарф, здесь у меня плед с помпонами и три велнеса. Отлично. Я перехожу в раздел доставки. У меня здесь я меняю на доставку на дом. Доставка на дом подтверждаю. Нажимаю далее. Проверяю. Так, доставка курьером. Так, 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 мне нужно поменять адрес. Ой-ой-ой, мы же переезжаем, поэтому сейчас будет смена адреса. Ну окей, я сменю адрес сама, вам покажу просто, что произошло в итоге. Итого, заказ на 7485 рублей, ого, потому что здесь куча акций. Общая сумма заказа 8267 и списали почти 5000 к оплате 3331 рубль, что у меня на балансе. Так, всю скидку мне списали. Слушайте, ну это чудо, классно, когда заказы вот так вот можно оплачивать с товарного поля. Но это еще не весь заказ, я еще делаю заказ на второй номер. Так, продолжить. Так, я сюда накидала себе немножко новинок. Маски для волос, зубные пасты, трафареты для бровей, опять маски для волос и разогревающую маску для лица. Беру новинку пробовать. Так, благотворительность пусть останется. Тут я уже добавила шарфик. Шарфик добавила и иду в предложение. И еще делаю один заказ. Я хочу взять еще один плед, потому что я считаю, что это плед и для себя, и шикарный подарок. Тоже по такой приятной цене на данный момент предложений нет. Что-то пошло не так. Давайте вернемся обратно. Наверное, просто вылетело. Окей, сейчас вернемся обратно и все доделаю. Ну, то есть вы видели, что я делала. Сейчас мне нужно просто найти номер этого человека. Не буду тратить ваше время. Показала вам свой заказ, показала, что будем получать в первую поставку, как только она произойдет. Ребят, всем желаю здоровья, желаю успехов.
Единственное, что, конечно, у меня в этот раз заказов мало, не успела раздать каталоги, потому что занимаемся переездом целыми днями и ночами. Надеюсь, успею наверстать. Каталог все-таки 3 недели, и заказы будут. Я уверена, что будут. У меня одна клиентка пока шарфик вот заказала. Она мне смотрела просто онлайн-каталог, поэтому с этим вопросом было попроще. Желаю вам всем успехов, удачи. Самое главное, будьте здоровы и останьтесь дома, пока идет карантин. Все, люблю всех, обнимаю. Пока-пока.